Ничего у нас не возрождается в футболе. У нас, вот я болельщик с 45-летним стажем, я вам хочу сказать, бывали времена и получше у нас, и сборная была получше, и игроки поинтереснее. То, что происходит в нашем футболе, это обычная для нас ситуация, ни мира, ни войны. Там, ни полтора, ни два, как известно. Да? Что нужно для того, чтобы у нас футбол стал? Да ничего. Стать Бразилией невозможно. Ну вот не дано нам. Как Пеле сказал, вы выиграете в футбол, когда мы выиграем в хоккей.